Всем привет! Вы на канале ТВКТВ. И сегодня необычный, я бы сказал, формат видео. Карангельда, ты трясешь камеру. Ну, прости, мне неудобно снимать. Так, и сегодня видео, наверное, даже не знаю, как назвать. Ну, вообще оно называется «Свадьба без Собика и дневной фурии». Карангельда, хватит. Хорошо. Ну, так вот. Мы сейчас все присутствуем на свадьбе без Собика и дневной фурии. Дневную фурию, как невеста пока что, так скажем, еще себе, ну, там ищет платья всякие и все такое. А Беззубик уже полностью готов и стоит. Тут даже немножко зал подготовили. Ну, не очень, но хоть как-то. Здесь присутствует большая толпа драконов. У Карангельды там есть свое место. Вон там. Но все же мы все на нервах, так как мы очень, как говорится, аккуратней, мы все очень ждем этого момента, когда и когда Беззубик и дневная фурия поженится. Вот как тут много показывает. Вот тут смутьян, тут есть давай Барс Свепль, Скрил, Кипятильник, Вопль смерти. Острокоги даже. Так, Кривоклык вон. Сарделька. Икинг. Астрид. Так, Карангельда, я тебя снимаю. Ой. У самого камера трясется. Ладно, дай мне ее. Короче, теперь Карангельда снимает. Я вам уже показала, как много тут народу. Это еще не все, там еще дальше много народу. Но это я только половину показал, чтобы не ходить и не блуждать. А то место еще займут. Да, я, так как друг, так скажем, Беззубика, нахожусь здесь рядом с ним. А, Карангельда... Да не тряси так камеру. Так, Карангельда находится вот тут. Да, я тут. Все, давай камеру. Так... Вот Беззубик, Беззубик, привет. Привет. Где дневная фурия? Он, наверное, костюм подбирает. Волнуется. Да нет. Так, вот тут... Ой, камера. Вот тут кто будет их женить. Здравствуйте. Так, Карангельда, снимаешь? Снимаем. Вот как это все будет интересно происходить. Ну что ж, давайте дождемся момента венчания. Так, ребята, свадьба начинается. Я камеру решила так поставить. Это дорожка из лепестков. Там у нас роз, так скажем, нету. У нас есть такие лилии, так скажем. Вот. Сейчас придет невеста. Согласен ли ты, Беззубик, взять в жены дневную фурию? Согласен. Согласна ли ты, дневная фурия, выйти замуж за Беззубика? Согласна. Так, я объявляю вас мужем и женой. Несите кольца. Вот кольца. Так, Беззубик, одевай кольцо дневной фурии. Дневная фурия, одевай кольцо Беззубику. Так, я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Ура! Снимай, снимай, ура! Так, теперь я, ура! Ну что, Беззубик, теперь вы официально муж и жена. Я сама рада! Я тоже рада, это вообще. Да. Ой-ой-ой, так. Ну что, давайте горько, горько, горько.
Так, ребята, я снимаю, свадьбу уже прошла. Мы уже все вернулись домой с подарками всякими. Крангелита тут, это вот я. И, ой, аккуратно, длинной фурой передаю слово тебе. А, да, ребята, так скажем, мы читаем комментарии и к ним прислушаемся. Многие из вас просили, чтобы мы сделали обзор на вот эти раскраски. И так как у нас свадьба, и мы решили исполнить небольшое ваше желание, так скажем, это сделать обзор на вот эти шикарные раскраски, потому что кому-то, наверное, интересно посмотреть на них. И сейчас мы вам их покажем всех по счету. То есть первую, вторую, третью. Сразу говорю, других у меня, так скажем, нету, у нас нету. И поэтому не просите, типа, покажи еще, какие у тебя есть. Нет, у меня есть только эти. Да, ребята, поэтому мы начали... Первую раскраску мы решили взять эту, с моим милым перичиком. Сразу говорю, одну из раскрасок я уже начала раскрашивать. Поэтому, ребята, не удивляйтесь. Ну что ж, начнем с обложки. На обложке изображена дневная фурия. Ну, я думаю, вы все знаете, как выглядит Дневная Фурия. То есть, вот так выглядит. Написано DreamWorks, ну, сама компания, которая выпустила Капельщик Дракона. И написано Капельщик Дракона 3. И написано раскраска в таком стиле чешуи. Вот тут Дневная Фурия, можно ее рассмотреть. И сзади, как я понимаю, какие-то яйца или какой-то как фон скрытого мира. Сзади тоже написано Капельщик Дракона 3. Потом небольшой текст. Сейчас я вам прочитаю этот текст. Но перед началом я вам покажу, какие есть еще, так скажем, всякие раскрасочки и книжечки. Есть большая энциклопедия мира драконов. Есть игры, лабиринты, там шифры, задания, друзья навек. Вот такое, прикольное. Есть альбом наклеек. Тоже Капельщик Дракона 3. И игры, и задания. Всякая информация там DreamWorks. Все такое там. Но это нам не интересно. Давайте прочитаю текст. Вам отсвечивает. Ну, я сейчас попытаюсь как-нибудь вот так вот делать. Мирную жизнь острова Олух нарушает неожиданное событие. Гримель, безжалостный охотник на драконов, положил класс на Беззубика. Он намерен захватить ночную фурию с помощью таинственной дневной фурии. Помоги Икингу и Беззубику защитить родной дом от злодея и изучить загадочный скрытый мир. Вот такой текст. Кстати, я не разглядела, но тут еще написано DreamWorks тоже. Тут просто как бы так, все так сливается. Ну, тут всякие штучки, нам на это интересно. Так, давайте... Пробежимся по страничкам. Так, здесь изображена вся команда. Там всякие буквы или что-то типа того. Один за всех и все за одного. С такой командой не страшен ни один Гримель. Вот такой веселый девиз. Тут вот все персонажи с третьей части. Так, потом тут у нас Барс Вепрь. Вместе с Задиракой и Забиякой. Задирака и Забияка все время спорят. Неудивительно, что они выбрали себе именно Барса и Вепря. Но с этим я даже не буду спорить. Здесь у нас изображена Астрид с Грангильдочкой. Такие прикольные. Астрид и Грангильда обожают летать вместе. Да. Так, здесь целая страница наших героев любимых из третьей части. Ну, то есть вот Рубинок, там Сморкал, Беззубик, но без Дневной Фурии. Раскрасть драконов и их наездников. Да, долго мне раскрашивать, но я это буду делать. Так, потом в такой, так скажем, красивой рамочке у нас Икинг и Астрид. Ой, Икинг и Астрид с любопытством наблюдают, как Беззубик пытается понравиться Дневной Фурии. А вот как раз и наш любимый Беззубик пытается понравиться Дневной Фурии. Вот такое прикольное изображение Беззубика и Дневной Фурии. Но пока что Дневная Фурия относится к новому другу с опаской.
Ну, все понятно, недоверчивая. Так, вот тут изображен счастливый икинг с счастливым беззубиком, летающие такие вот. Так вот у меня вопрос, почему икинг как-то странно летает без крыльев? Ну ладно. С тех самых пор, когда икинг с беззубиком встретились впервые, они неразлучны. Ну да, неразлучны уж точно. А вот и дневная пуля с беззубиком летает. Вы посмотрите, какой беззубик счастливый. А дневная пуля такая сомнительная, сомнительная. Но кажется, теперь огромное место в сердце беззубика заняла загадочная дневная пуля. Ну да, все же, как говорится, невеста. А вот маленький... Я, если не ошибаюсь, то мясоед вроде зовут. Я не помню, как зовут маленького... Как вот какого-то маленького детеныша сардельки. Вот, кстати, сарделька со своим любимым хозяином рабинологом и с ее сыночком. Так. Но это не все новости. Кое-у-кого прибавление в драконьем семействе. Ну, понятно, о чем идет речь. Так, а здесь изображен клевоклык со сморкалой. И написано, клевоклык невероятно силен. Его врагу точно не позавидуешь. Да, клевоклык силен. А тут большая тоже страница с драконами со всей командой без дневной фурии. Ну ладно. И, кстати, текста нет. Так, не переснул, надеюсь? Нет. Вот икинг с странным сзади. Что это? Не знаю. Когда беззубик и дневная фурия попали в беду, икинг не раздумывал ни минуты перед тем, как отправиться на выручку. Ну да, икинг. У него всегда как-то, знаете, идеи так брум-брум, и все готово. Так, а вот рыбьенок опять с малышом. Прикольно так. Так, рыбьенок очень волнуется о малыше. И везде берет его с собой. Да, интересно. О, а вот опять вся команда, только уже в полете. Так. Что бы ни случилось, викинги Олуха всегда будут защищать своих драконов. Да, тоже прикольно. Так, первую раскраску мы смотрели. Давайте приступим к другой. Ребят, теперь я вам покажу раскраску, которую уже начала красить. Не судите строго, как я крашу, ну, как могу. Так, тут тоже написано Дримор, Капричный дракон 3. Вот тут уже поточнее виден скрытый мир, Беззубик и дневная фурия. И написано раскраска. Все точно в таком же стиле. А сзади... тоже как скрытый мир, фон. Я думаю, если убрать это, все будет прикольно. И написаны игры, лабиринты, шифры, задания. Драконы и всадники. Потом большая книга наклеек. Потом раскраски заданий. И большая энциклопедия, мир и дракон. Тут тоже самый текст, поэтому я его читать вам не буду. Потому что везде, как я поняла, тексты одинаковые. Так, давайте начнем. Так, это я уже начала раскрашивать нашего любимого викинга, и тут написано «Драконы, друзья викингов». Да, прикольно. Так, ну тут я уже тоже начала безумно красить, ну, думаю, прикольно, не знаю, как пыталась как бы я. Так, с тех пор, как юный викинг подружился с ночной фурией и беззубиком, жизнь викингов на острове Олух очень изменилась. Ну да. Прикольный такой беззубик. Тоже, кстати, на две странички, так скажем. Так, дальше не рассказ. Не раскрашу. Так. Это Валк у нас объедалый, да, вот этот дракон новый. Мне он покажется очень подозрительным. Так. Мать икинга Валка много знает о драконах и может находить общий язык как с малышами, так и с гигантами. Да, мы это помним с первой, со второй части. Так, а тут икинг уже летает в нормальном костюме вместе с беззубиком. Круто. Проводя немало времени со своим крылатым другом, икинг сам научился парить в воздухе с помощью специального костюма. Ну, это мы тоже все помним. О, вот это мне очень нравится. Это гримель и смертохват. Красавчик. Так, давайте я вам прочитаю. Так, первый текст. Охотник на драконов Гримель готов на все, чтобы изловить ночные фурии. У него есть коварный план.
Так, а тут написано про яд смертохвата. Ну, почему-то тут написано смертолап. Ну, я говорю, есть две версии, мне больше нравится смертохват. Поэтому, ну, смертолап так смертолап. Яд смертолапа может ослабить и усыпить дракона. Этот ящер весьма опасный и полезный спутник. Ну, понятно, да. Но все равно уняшно. А тут вот просто вот, ну, блин, ну, самая милая, мне кажется, страничка. Блин, ну, посмотрите. Вот такой уняшный безумие с непонятно каким-то хвостом, без седла. Ладно. Тут написано вот так вот, ночная фурия. А тут дневная фурия, блин, няша. Так, однажды Безубик повстречал прекрасную и изящную дневную фурию. Кажется, она ему очень понравилась. Вот только очаровательный незнакомец есть секрет. Ну, я думаю, все уже знают, что за как бы секрет. А тут Астрид. Очень похоже, кстати. Астрид со своим топором и с громкой. Прикольно. Обитатели Олуха готовы сразиться с самым страшным противником, чтобы защитить друзей. И Астрид с Грангильдой будут... Обитатели Олуха готовы сразиться с самым страшным противником, чтобы защитить друзей. И Астрид с Грангильдой будут в первых рядах. Да, прикольно, прикольно. Так, теперь здесь изображен рыбинок, там, а тут изображен Сморкала и Сморкала, да. Так, рыбинок и Сморкала тоже обзавелись новыми доспехами и готовы к битве. А так как ничто не заставит рыбинога расстаться с малышом Сардельки, в бой они идут вместе. Ну да, мило, 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 мило. О, а это я уже начала раскрашивать, кстати. И мне просто очень нравится так по частям. Вот эта длинная фурия такая. Это хвост Беззубик. А вот Беззубик, блин, прикольный. Несмотря на небольшие размеры, ночные фурии очень сильны. Наш Беззубик добрый и воспитанный дракон. Но на защиту новой подруги бросится, не раздумывая. Да, на защиту он точно бросится. Так, мы победим. Да, прикольно. Это у нас викинг вот такой он. Мы победим. Ту-ту-тыш. Викинги во главе со своим вождем Икингом твердо верят, что смогут найти скрытый мир драконов и спасти крылатых друзей. Да, прикольно. Вот еще одна раскраска. Тут тоже написано DreamWorks, капельчи дракона, но раскраска уже написана в другом стиле. Тут у нас еще Беззубик, такой летящий земной фурии. И непонятный фон. Тут все то же самое. Тут все то же самое, поэтому я читать не буду, просто в другом формате. Ну, тут все то же самое. Тут написано раскраска, игры и задания. Раскраски и задания. Ну и игры, лабиринты. Так. Давайте уже начнем. Здесь я не раскрашивала, но тут, смотрите, тут все то же самое почти что. Так, ночная фурия самый редкий из драконов и лучший друг Икинга. Да, здесь у нас Грангильда. Грангильда очень любит красоваться. Раскрась любимого дракона Астрид. Да, раскрашу. Рыбьенок со своим малышом. В семье Рыбьенока пополнение с малышом, они неразлучны. Вот только вопрос, как на это Сарделька реагирует. Так, тут как опять двойная, так скажем, картинка. Вот Икинг. Постоянно путешествую я на драконе. Икинг и сам научился летать. Да, конечно, блин, сам полетел. Ну да, у него есть такой костюм. Так, Беззубик не мог летать без Икинга. И его другу пришлось придумать новое устройство для полетов. Да, это хвост, как бы логично. Так, а тут такой Икинг. Что? Тут такой смерть. Ой, мамочки. И Гримель. Так. Гримель жаждет собрать у Икинга ночную фурию. Но Икинг никогда не предаст своего лучшего друга. Ну, кто бы сомневался. Смертолап, один из драконов Гримеля, раскрасил.
В смысле, один из драконов. Ну ладно. Так, вот это Икинг с таким мечом куда-то, получается, бежит. Я не знаю. А это они вместе. Беззубик был признан вожаком драконов, живущих на острове Олах. А Икинг стал вождем викингов. Логично. Вот они вместе в такой боевой позе. Вдвоем они будут защищать родной дом и друзей, несмотря ни на что. Ну да. Это Валка, вот она тоже бежит как-то непонятно. Главной целью Валки было спасение драконов. Она вернулась на Олах, где могла жить среди драконов и викингов. Это вот такой вот сморкала боевой, так скажем. За своего верного дракона Кривоклыка сморкала готов сражаться изо всех сил. Так, блин, зачем они изуродовали морду? Блин. Вот такой вот прикольный беззубик дневной фуль. Ну, вообще няшно, если бы... Ладно, встретить дневную фулю, так похожую на него самого, беззубик был просто очарован. Однако у симпатичного белого дракона есть какие-то секреты. Да что же они вечно про секреты говорят? Так, вот тут Астрид бежит. Броня у Астрид новая, но со своим любимым топором она не рассталась. Да, он должен вообще уже весь... Ну ладно. Вот дневная фурия, беззубик. Дневная фурия была рада знакомству с беззубиком, но людям она не доверяла и относилась... к нему с опаской. Так, дальше у нас нарисован смертоход, прям вот целая страница для него. Яд смертолапа способен контролировать других драконов. Да вы что? Ну, вот такой небольшой был обзор на, так скажем, вот эти вот раскраски, милые. И одновременно свадьба Беззубика и Дневной Фури. Поставьте их в комментариях, напишите добрый комментарий. И всем пока! Пока! Пока. Жми на follow, лайкни.